Сегодня президент России Дмитрий Медведев выступил с посланием Федеральному собранию. Вся политическая элита страны съехалась, чтобы послушать программный документ, определяющий развитие государства на ближайший год. Мероприятие освещало более 400 журналистов. Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений и вернулись к докризисным показателям развития. Экономика растет достойными темпами около 4% в год, что превышает скорость восстановления большинства ведущих стран. Государственный долг в нашей стране сохраняется на минимальном уровне. Россия стала шестой по величине экономикой мира. Наша внешняя политика стала более современной, работающей на цели модернизации страны. Прорывные результаты достигнуты в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. С 1 июля этого года в полном объеме начал работать таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. А совсем недавно в рамках СНГ подписан договор о зоне свободной торговли, начинающий действовать уже в следующем году. Я очень доволен тем, что вместе с коллегами мы смогли наконец-то решить эти важнейшие задачи. Хотел бы подчеркнуть и вполне практическую вещь. В результате снятия барьеров для взаимной торговли рынок беспрепятственного сбыта российской продукции по самым скромным оценкам экспертов расширен на 20%. Объем торговли в рамках таможенного союза уже увеличился на треть. На рынках его стран-участниц формируется общая конкурентная среда. Создаются новые рабочие места. Эффективнее используется транзитный потенциал. У предпринимателей появляются лучшие условия для выхода на международные рынки. В деле экономической интеграции будем идти дальше. С 1 января 2012 года откроется единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана. К свободному движению товаров добавится свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы. Цель заключается в том, чтобы к 2015 году создать Евразийский экономический союз, который во многом будет определять будущее наших стран. С государствами-членами Евросоюза подписано уже 23 соглашения о партнерстве в целях модернизации. За ними договоренности о десятках конкретных проектов. Мы активизировали совместную работу с Евросоюзом по упрощению визового режима с перспективой его полной отмены. Наконец, еще один очень важный итог. После 18 лет переговоров Россия принята в ВТО. Переговорный марафон завершился на условиях, полностью учитывающих интересы нашей страны. Теперь нам нужно научиться работать в этой организации, извлекая из вступления в нее максимальную пользу. Присоединение к ВТО – это значимый фактор интеграции России в мировую экономику. Оно отвечает как нашим национальным интересам, так и целям стабилизации международной торговой системы. Одно из самых важных достижений последних лет в сфере международной безопасности – это заключение нового российско-американского договора об СНВ. Он непосредственно работает на упрочение стратегической стабильности и режима нераспространения. Кроме того, наша инициатива о заключении договора о европейской безопасности положила начало серьезному диалогу о создании в евроатлантическом регионе новой архитектуры равной и неделимой безопасности. В целом, нам многое удалось сделать. И итоги прошедших лет можно считать успешными, а ряд достигнутых результатов беспрецедентными. Начну с того, что я, как президент Российской Федерации, намерен сделать в ближайшие месяцы. Первое. Сегодня на новом этапе развития государства, поддерживая ту инициативу, с которой выступил председатель правительства Владимир Владимирович Путин, я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы.
хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен, и понимаю их. Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Итак, считаю необходимым следующее. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Мое предложение: по заявке от 500 человек, представляющих не менее 50% регионов страны. Далее. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу и в региональные законодательные органы. Наконец, сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий до 100 тысяч. Кроме того, предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Считаю целесообразным для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам. Эта мера позволит каждой территории... Я рад, что не ошибся. Эта мера позволит каждой территории иметь своего непосредственного представителя в парламенте. Сейчас, к сожалению, все это знают. Некоторые субъекты федерации не имеют даже одного депутата, избранного местными жителями. Предлагаю также изменить порядок формирования центральной и региональных избирательных комиссий. Представительство политических партий в избиркомах должно быть расширено. Партии должны получить право отзывать своих представителей в комиссиях досрочно в случае необходимости. Соответствующие проекты я внесу в Государственную Думу в ближайшее время. В Государственную Думу будет внесен пакет законопроектов о децентрализации. Его реализация позволит провести серьезное перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов. Я это обещал сделать, я это сделаю. Пора на деле приблизить к людям исполнение важнейших для них функций государства. Мы будем делать это, естественно, поэтапно в течение нескольких лет в рамках следующего политического цикла. Будут значительно расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, в том числе собственные. Их объемы мы, конечно, еще дополнительно обсудим, но считаю, что они могут составить до 1 триллиона рублей. Это должно создать условия для успешного развития территорий, для более качественного исполнения обязанностей государства перед гражданами. В частности, будут постепенно отменяться федеральные льготы по региональным и местным налогам. Сроки должны быть дополнительно проработаны правительством. В ряде регионов начнется взимание налога на недвижимость взамен имущественных налогов. Кроме того, регионам и муниципалитетам должны быть представлены существенно более широкие права по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают с федерального уровня. Излишнее регламентирование, мешающее самостоятельной работе на местах, будет устранено. А система финансовой поддержки региональных бюджетов будет в полной мере стимулировать расширение собственной доходной базы регионов. Наконец, главы регионов получат право ставить вопрос о делегировании значительного числа публичных полномочий с федерального на региональный уровень, если они будут к этому готовы, конечно. При этом часть полномочий может быть дополнительно передана всем регионам в силу федерального закона. Прежде всего тех, которые прямо влияют на инвестиционный климат и социально-экономическое развитие территорий. Одновременно следует серьезно укрепить материальную базу муниципалитетов, местного самоуправления, как самого близкого к людям института власти. Муниципалитеты должны получить солидную и прогнозируемую финансовую основу для своей деятельности. В целях дальнейшего противодействия коррупции считаю правильным ввести контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и некоторые должности Федеральной государственной службы в тех случаях, когда расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам.
Речь идет о декларировании крупных расходов на приобретение земли, другой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг. Введение данного положения вместе с установленными в уголовном законодательстве кратными штрафами, увольнением в связи с утратой доверия при совершении коррупционных правонарушений и другими уже принятыми мерами, по сути, является реализацией идеи Конвенции ООН против коррупции об установлении ответственности за незаконное обогащение. Причем эта ответственность устанавливается в соответствии с принципами именно нашей правовой системы. Также считаю правильным рассмотреть вопрос о расширении перечня лиц, чьи доходы подлежат декларированию. Кроме того, нам нужно продумать, как наряду с уже существующими мерами, я имею в виду и кратный штраф, и конфискацию, радикально снизить экономическую заинтересованность в совершении корыстных преступлений. Наконец, считаю целесообразным ввести ограничения на совершение сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники руководителей соответствующих государственных органов и компаний. Безусловным приоритетом остается и гармонизация межнациональных отношений. В нашей стране живут представители более 180 народов, говорящих на 239 языках и диалектах. Этот многонациональный мир – уникальное преимущество России. Мир, в котором больше тысячи лет вместе живут представители самых разных национальностей и конфессий. Наше общество в целом не поддерживает экстремизм и идеологии, которые основаны на ненависти к людям. Как писал академик Лихачев, национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Это очень правильные слова. Но до сих пор серьезную напряженность вызывает международная и внутренняя миграция, особенно в крупных городах. Подчас это приводит к межнациональной розни и конфликтам. Необходимо устранять экономическую основу для массовой внутренней миграции, а также для концентрации внешней миграции в отдельных регионах страны. Должны быть созданы условия для опережающего развития депрессивных густонаселенных территорий. Кроме того, надо больше внимания уделять культурному и нравственному воспитанию детей, учить их взаимоуважению и толерантности, по сути, так, как сегодня учат грамматики или истории. Это нужно для того, чтобы сохранить нашу страну. И, разумеется, нужно последовательно и бескомпромиссно бороться со всеми проявлениями экстремизма, с преступлениями, направленными на разжигание межнациональной розни. Подчеркну, такая работа – это постоянный приоритет. Тяжело дать оценки. На самом деле все проблемы, все вопросы обозначены, они очевидны. Но самым важным являются политические реформы, которые нам предстоят, и курс, выбранный президентом, на модернизацию политической системы и дальнейшее развитие инновационной экономики. Я думаю, задача важная. Там то, что внутри заложен большой потенциал, речь идет и о межбюджетных отношениях, о делегировании полномочий, о вовлечении более активной части населения в политические процессы. Я думаю, что это ляжет в основе, а дальше нам это все надо реализовывать. А тема гармонизации межэтнических отношений? Я думаю, что в последнее время столько было по этому поводу сказано, и я думаю, повторяться уже вряд ли. И президент, и председатель правительства Владимир Владимирович, они четко завели позицию о том, что в нашей многонациональной стране идеи национализма, они никогда не будут восприняты, и на самом деле мы всячески будем противостоять этой проблематике. Скажите, вот на ваш взгляд, возвращение к выборности губернаторов на Северном Кавказе, как это может изменить ситуацию? Как это ни странно, но мое большое общение, или частое общение с гражданами, с жителями Северного Кавказа, с представителями различных национальностей, особенно в связи с развитием общественных советов и институтов, как раз подчеркивают, что на Кавказе как никогда важно не назначение сверху, а дать возможность гражданам активно принимать участие в политической системе и особенно в избрании руководителей субъектов.